друзья, всем привет! Меня зовут Сотников Максим. Сегодня у нас пятница, 17 сентября 2021 год. Я живу в Китае, в городе Шэньчжэн. Вот, все, кто поддерживает меня, смотрит всегда, я вас благодарю, спасибо вам большое за вашу поддержку. Ну, из-за того, что в последнее время очень много работы, и это хорошо, я не жалуюсь. Надеюсь, так будет еще долгое-долгое время, много-много лет. Вот, и из-за этого у меня очень мало времени для того, чтобы записать какое-то новое видео на YouTube. Но все равно я стараюсь и работать, и записывать новые видео. В этом ролике, который вы сейчас будете смотреть, я очень надеюсь на то, чтобы вы посмотрели этот ролик, поддержали, также тоже поставили лайк, написали комментарий. И вот, в этом ролике будут какие-то моменты с моей жизни, вот за эти, допустим, последние 3-4 дня. Смотрите, направляюсь в сторону своей машины, чтобы сесть, нормально там отредактировать видеоролик, и вообще никого нет. Ну, двое идут, и вон один идет. Пятница, вечер. Время где-то 8:30-9 вечера. Не посмотрел время, но примерно такое время. Где все люди? Это самый популярный вопрос. Раньше у меня был на YouTube-канале. Сегодня приехали в одно место, так как у нас на улице очень жарко. Вот жена одела куртку. Это вот мой размер куртки. Мы только что зашли, прокатились с горки. Но Алисе не понравилось, она очень напугана. Или напугана из-за того, что холодно там внутри, или из-за того, что ну, как бы первый раз в таком месте находится. Все-таки родилась она в Шэньчжэне, и у нас тут круглый год только лето. Первый раз видит снег. Хоть и не настоящий, но все на первый раз. Алиса, пойдем с горки покатаемся. Пойдем. Пойдем. Ну что ты? Ладно, все, не пойдем. В общем, друзья, пока Алиса боится заходить вовнутрь, я сначала сам зайду и вам все покажу. Тут уже холодно. А тут 0 градусов. На улице плюс 40, ощущается как плюс 45. Тут вот такой вот снег. Это получается детская горка здесь. Как холодно. Я еще в шортах, смотрите. Это то же самое. Чтоб зимой выйти вот так в шортах на улицу. Потом вот искусственный снег. Тут вот так вот красиво. И вот горка уже для взрослых. Как тут холодно. Я бы здесь бы прокатился с Алисой, но не разрешают. Снеговик. Прокатились еще два раза с горки, три, и все, Алисе не нравится здесь, поэтому решили уйти. Ну ничего страшного, хотя бы
Первый раз в жизни она увидела хоть такой вот снег. Испытала на себе такой холод. Вот так вот, друзья. Теперь на улице прям очень-очень жарко. Друзья, каждый раз, когда здесь сильная жара, вот как сегодня, как весь год вообще, вот, охота быстрее зиму. У нас похолодает в начале декабря только, и то там будет плюс 15, а ночью плюс 12, плюс 10. Вот, и каждый раз в такую жару охота быстрее бы зима, быстрее бы зима, быстрее бы похолодало. А сейчас вон внутри ощутил на себе 0 градусов. А в наших странах бывает там минус 10, минус 20. Вот вообще ужасный холод. Знаете, сильно жарко, плохо, некомфортно себя чувствуешь. И сильно холодно тоже нехорошо. Оказывается, ошибся, там было. Да. Поставьте лайк, она говорит. Я ошибся, оказывается, там было не 0 градусов, а минус 8 градусов. Я-то еще думаю, как это так? Минус, то есть 0 и прям так холодно. Оказывается, минус 8 градусов. Смотрите, видите, как красиво. Мы в Европе. На самом деле, это Шэньчжэнь, да, Алиса? Жарко на улице? Жарко? А? Папа, поцелуй. Сегодня приехали покушать рыбу. Такая вот жирная рыба. Вот. Алисочка. А вот получается вот такой вот обед у Алисы. Так, жадничай, не хочет давать. Почему сняли майку? Потому что сейчас начнется. Здесь будет очень-очень грязно. Хотел поснимать видео, как мы кушали эту рыбу, как ее сделали, как ее приготовили, насколько она была вкусной, и ничего не получилось заснять, потому что опять с Алисой беспределила она. Сегодня у меня есть полдня свободного времени, вот вышли прогуляться. Такое вот место. Тоже часто здесь гуляли, я записывал часто здесь видео. Поэтому не знаю, мама? Ну-ка скажи, мама? Что ты там? Что ты там ищешь? Что ищешь? Куда побежала? Пойдем. Давай, 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 иди. Иди, иди, иди. Горячая, да? Горячая? А? Каждый раз, когда заходим куда-то, и Алиса берет корзину и начинает все в корзину класть. Прям вообще все, что видит. Вот, допустим, увидела напиток, положила, взяла корзину и пошла дальше. Ты хочешь это что такое? Возьмешь, да? Вот, давай, бери корзину. Пойдем дальше. Да. Да? Пойдем. Это что, это чипсы, да? Чипсы, да? Это что такое? Поросенок, да? Смотрите, какая подушка. Необычная. Капуста. Смотрите. Новая какая-то китайская машина. Так. Делаем 230 тысяч юань, полностью электрическая и может проехать 505 километров. Навигатор это. Ну, классный.
подсветка. Выглядит она вот так. Еще смотрите, 5G. А вот, кстати, камера. Сделано прям очень качественно за эти деньги. Молодцы. Смотрите, какой на улице дождь идет. Прямо ливень. А Алиса здесь играется в Лего. У нас дома очень много вот таких вот Лего. Прям вообще куча, уже мест нету больше, чем здесь. А Алиса не играется, а выходим на улицу, она сразу начинает играться. Вот таких тоже у нас куча, вот этого всего у нас все есть. Вообще ни в чем не играется дома, а на улице. Вот выходишь и все. Начинает играться, и так минимум полчаса. Смотрите, тут в Лего есть какой-то вот экран. Тут можно выбрать русский язык. Не на русском. Давайте покупайте. Придумывайте. Добавляйте аксессуары. Заберите свою фигурку. Окей, а как? Как покупать? Друзья, как бы вот так вот, это конец видео. Я редактировал его, наверное, около часа. Сейчас буду сохранять и добавлять на YouTube канал. Спасибо огромное, кто досмотрел до этого момента. Увидимся еще через пару дней. Вот. И мне еще нужно работать. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. Всем пока.